О, запустилось. Здорово, народ. Добро пожаловать в Геншик. К сожалению, начальную заставку я не могу вам показать. Расскажу, что там случилось. В общем, паренька была сестра. Они хотели пройти какой-то портал Междумирья. И в итоге какая-то злая хранительница зацепила его сестру и захапала себе. Если там был выбор. Плавать-то ты умеешь? Надо же. Так, в этой игре мы тоже умеем плавать. Да, кто-то уже понял, какой это плевок рожи, какой игре. Чувак, чего у тебя со стаминой? Так, у нас есть... Янвентарь. Оружие 0 из 2000. Да ты издеваешься. А, ладно. Угу. Сортировать по качеству. Может, по урону? А, блин. Ладно. Я подумаю, конечно. Так, где эта хреновина летающая? Пикси-шмикси. Так, ладно, есть кого тут побить по роже? Да, управляемые здесь, конечно, довольно хорошие, но все-таки. Мелкая, мелкая извращенка. Вот я там что-то вижу. Он, короче, без сил очнулся на пляже. Ему надо набирать свои силы по новой шуры-мурли. Это пля 3 рубля 10 копеек. Но это банально слизни. Знакомьтесь. Так, игрушка онлайн. Тут видно, кто-то уже фармится очень сильно. Так, чтобы активировать точку телепортации, подойдите, нажмите. Эй-е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 . Ой, ну ладно. О, нажмите на мини-карту, чтобы открыть карту мира. Нажмите на открытую точку телепортации, чтобы телепортироваться. Каким этим макаром здесь... А, во. Мир-то тут небольшой, да? Ух, ёпта. Ну, я не знаю, слушай, это... Мне сложно понять, большой ли это мир, слушай, мягко так сказать. Ладно, побегаем, посмотрим. По идее, тут не такая супер мощная графика. Надеюсь, мир большой. Эй, слизни. Почему, когда я захожу, какая-то фигня появляется? Мобов я не вижу. Ой. Хреновый мечник, я тебе скажу. Даже, блин, ящерицу убить не может. А, так можно правым щелчком. А, правым щелчком он быстрее бежит. Понял. Собирать здесь нечего. Крафта, я так полагаю, нету. Ага. Так, характеристика. ХП. Многовато, вам не кажется? Сила атаки 41. Повысить уровень. Опыт персонажа.
Реальные события. А, ладно. А персонажа? Объяснение буду, что тут парня будешь выбирать, что девчонку, блин, разницы никакой нету, только в сиськах. У одного есть, у другой нету. У другого, точнее. Подраться с кем-то хочу, проверить этого. Так, ты умеешь карабкаться. Мне тоже нравится. Примитивно, но очень обалдеть прикольно. Есть. А, мокрый пишет. А, прочитал наконец-таки. А может на мокрого огонь не будет действовать, слушай? Поминку бы ему прокачать, чтобы получше бегать. Потому что пока что все очень ухреново. Даже гриб мы уже брали. О, рыбка, рыбка, рыбка. Я тут видел три штуки вообще, не гоните меня. Блин, куда они, скотина, делись? Слышь, окунь, иди сюда. Ну, вообще-то надо предупреждать, что он плавать не умеет нормально. И вообще его стамина-то в этом вот отношении. Как мне понять, сколько он плавать может? Хорошо, вот мы плывем. Как мне понять? Я вот сейчас вообще не понял. Так, по
Погоди, ну вот появляется справа какая-то хрень. А, вон, стамину я вижу, появилась. Черт, что-то я не обращал на нее. Блин, она так хреново как-то выделяется, что на нее сразу не обратишь внимания. Ладно, рыбки мы поджали. Так, еще хочу. Все, что ли? Нет. О, все, это все яблоки. Хреновая береза, или как ее там назвать. С яблоками. Ладно, хреновая яблоня. Хреновая береза. Так. Блин, есть какая-нибудь магия огненным шаром хотя бы эту ящицу стукнуть? Было бы неплохо крайне. Так ты еще и так умеешь. Не, конечно, понимаю. По некоторому мнению, мы произошли от обезьян. Но это уж, по-моему, перебор явно. Босиком. Это ж какие ногти надо иметь, мало того, что острые, еще и крепкие на ногах, чтобы так забираться в легкую. Про руки-то я вообще промолчу. Человек-паук ядрить налево. Паутину там пускать не умеешь откуда-нибудь. Я не удивлюсь. Но вообще-то мне нравится. Так, все. Да слиняй-то оттуда. Так. Не понял. Блин, я думал, с ней подерусь. Сейчас буду разговаривать еще. Что здесь такого удивительного, блин? Я думал, там город будет какой-нибудь. Семья архонтов, статуя. Among the seven gods, this god can... Paimon's not sure whether the god you have... Paimon will take you to the animal god's place for... Тот, не тот архонт. We all know poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. Так, я здесь какую-то хренотень видел. А, это, наверное, это ты и была. Дурында летающая. Учебник заданию возвращался. Я побродить хочу, найти что-то интересное. Иди к заданию, иди к заданию, иди в за... А, ладно. Мочить не хочу, тут как-то неписи нету. Сука! F, Ctrl плюс E. That's a statue of the... There are a few of these... Among this Paimon's... Paimon... Ну что, за ней надо бежать? Poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Мою сестру там забрала какая-то чудиха.
гоститься с этим архоном или просто поговорим? А вот не хочу я плавать. Персонажи крайне хреново плавают, мне что-то не очень как-то охота даже. Ну ладно, попёрлись. Так, это мы отсюда добежали до Кудова, да, Сюдова, да, это вот. Ну, слушай, вроде мир-то большой. Все, это конец. Получается, раз экран, два экран. Раз. Два. И три. Три. Ну, где-то четыре, может, на четыре. Так, ВЗ. Did you just feel the elements of the world? Мы ж не поговорить хотели. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of anima. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Uh-huh. It's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Animo. So perhaps because you got power from the god of Animo, you can find some. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and pun. Она думает, что это хороший знак. Гениально. Windblade. Как-то мне перезаряжается. Windblade. Windblade. Победоносное лезвие. Неплохо. А, значит, он сам по себе восстанавливается. Зажмите ее. Escape, открыть меню Paimon. Кого меню, прости, открыть? Об обновлении, дорогие путешественники, чтобы...
Ё-моё. И халява обломалась. Так, достижения. А. Это валюта, да? Да не мягко сказать, дофига. Ну да. Так, мероприятие. А, тут смотри, сколько событий интересно. Так вот, пожалуйста. Так, воплощение божества, ветряные цветы. Забавно, слушай, забавно. Нечего сказать. Так, извиняюсь. Надо было посмотреть информации по... Так, награда особой. Крылья дружбы. Награда за достижение. Трех миллионов предрегистраций. Чё? Так, март, опыт искателя приключений. Чё еще? Сливочный на рагу. Рыбацкий бутерброд. Такого я еще не ел. Так, ладно, здесь у нас что еще? Да, пополнение счета через официальный сайт, чтобы просим труде. Обалденная ссылка на официальный сайт. Как вам ссылочка? Очень приятно. Так, мероприятие. О, открылась ссылка. Аж три открылось. 4, 5, 6, 7. О, как быстро-то все. Не, конечно, понимаю официальный сайт, но зачем делать его как игра? Так. Ну ладно, я потом это все подтырюсь. Закрыть все окна, блин. Одно оставлю. Так, ладно, потом разберусь с этой всей фигней. Зимнее расставание. Доступна молитва. Ну ладно, мы все равно пока только начали, сейчас еще пока разбираться. Как мне все крылья припендюрить? Вот это вот лучше мне скажите. Thank you.
характеристики. И чё? Так, макс ХП. Сила атаки, защита подтвердить. А, значит, то есть брони здесь никакой еще дополнительно нету. Блин, отстой. Еще всего золота надо. Я не понял, но почему мы именно этот уровень можем повышать? Уровень 9. Ладно, я пока ничего трогать не буду, потому что не могу. А, характеристики. Стоп, это характеристики, уровень 10. Это мы различных характеристик повышаем уровни по книгам, да? Ладно, давай до десяточки я подниму. Даже забавно, слушай. Надеюсь, что оно так. Ну и понятно, нифига. А персонажа? Хорошо. История. Очень мило. Так. 5000 очков опыта. Персонажа. Этот опыт пригодится тем, кто собирает исследовать. Уже сбори, чтобы открыть гардероб. А, так гардероб здесь все-таки есть. Плюс 5000. Уровень 10. А ладно, хватит мне этот уже. Непонятной фигней я страдаю. Так, 2000 очков опыта. Бутерброд. Так, чтобы показать курсор. О, непись начала появляться. Я ж хотел крылья одеть вообще-то, начнем с этого. Блин. А, как я их одену, да? Так, 20 еще оружия. Шкафчика мне все понятно. Так, здесь у нас судьбоносные встречи. Так, 30 вот этих вот кристаллов. А, камень истока. А, мы меняем кристаллы. Ну ладно, потом разберемся. Сейчас, блин, не все сразу. Уже обзор будут делать, объясню. Неписи что-то не вижу. Потому тут будет полно неписи. Пока грустно все. Какая-нибудь яблоня есть? Я вот хочу пойти уж попробовать его убить. О, привет. Я из-за этой хрени должен гоняться еще. Не понял. Ч
Что сейчас было такое? Windblade. О, собирать яблоки с помощью магии мне уже понравилось. Я вижу какой-то сундучок. Это раз. Я вижу какую-то хренотень. Это два. Так. Первоискатели приключений. Обалденно, мы тут руду добываем, я смотрю. Такой очень интересный способ добычи. На я собирать тут. Может, управление надо переставить. С меня я нашел. Яблочки сейчас пособираем. Вон от меня скотина бегают очень быстро. Ну что, я мясо раздобыл. Это как бы мне не очень сильно и помогает. Котина исчезает. Ладно, тебе не будем мы сейчас никуда лазить. Город пойдем потом. Успеется. Я бы паренька приодешь, чтобы он хотя бы не босым бегал. Такие тапочки у него понять не могу. Не, ну хотя вообще-то раньше можно было спокойно босиком даже по дороге походить. Сейчас попробую выйти босиком, кроме как на пляж, да. Ага. Битые стекла, шурумур или тополя, наша планета превращается медленно в помойку. Так, стоп. Мы сейчас придем к какой-то отметочке. А, ну это камень, которым был я. Рыба, которая, блин, на дереве спряталась, летающая. Все как обычно. Так, больше здесь, в принципе-то, нифига нету, да? А, нет, вон, смотри, что-то наверху есть.
Ладно, пошли посмотрим город. Так он еще и взрывается, ты прикинь. Так, вот освещение я бы немножечко убрал. Что-то по глазам бьет. Никому не кажется. Графика. Свечение включить. А, свечение лучше нафиг отключу. Кабанов-то найти. Не, ну это вообще скотство какое-то. Почему они от меня убегают? Это ж кабаны. В рот драку должны весь. По всем понятиям. Тут такие скромные. Блин, скромное бегающее мясо. Так, а там уже что-то покрупнее у нас, да? Давай посмотрим. Второй уровень, да? А, понятно, то есть зачищаем, ой, как я давно этого уже не помню. Зачищаем лагеря разбойников, это я еще встречал в этом Туворлде, народ. То есть зачищаешь лагерь, а там сундучок тебе в награду. О, как я это обожаю просто. И награда. Так, серебряный лото с мясо птицы, опыт. П. 4. Факты, я понял. Так. У меня только всего одно. О,
толку мне от... Ну ладно, пусть по одному будут хотя бы. Улучшить. А вот это уже забавно. То есть мы можем еще что-то улучшать. Ой, я же хотел другое как раз таки. Отряд. У меня еще отряд тут будет. Забавно. И книг осталось 4. Давай добьем уже. А дальше посмотрим. Магия лучше, короче, собирается. И больше как-то выпадает. Умеет лазить по скалам. Так, а вот в лес мне, наверное, рановато, да? А хотя... Я правильно двигаюсь, что ли? Да. Ладно, давай добежим до города, хоть посмотрим. А, сейчас это появится. Чё ты мне расскажешь? Это очень опасно! Это на подходе к городу, надо обосраться 3 раза. Нет, сейчас мы встретим монстра. Ну, дракон. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? To grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? Paimon thought we... It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Of course not. Oh, what's that? It's so. There's some kind of shiny red thingy on the big rock? Let's go take a closer. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Конечно, выглядит он зловеще. Давай заберем с собой. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Он выглядит ужасно опасным, и там идет таймер отсчета. Давай заберем с собой, взорвемся вместе с ним. Гениально. Просто, я не знаю, респект. Ой, божечки. Ну, там дракон яйцо снес хотя бы, что-то такое. Так, ну лес-то надо изучить. Я не знаю, когда я сюда вернусь.
полезительного я не вижу. А, так они с одного удара умирают. Все, понял. Понятно, что они от меня бегают. Это реально мясо на ножках. Бифштекс. Ну, как всегда. May the animo god protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of You don't look like citizens of Mondstadt. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Ну, ладно. Sounds like a local name, and this mascot. What's the deal with it? Живая консерва. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some... I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I give you my apology. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Havonius Hand? Получен персонаж Эмбер. Чё? А, она лучница. Это забавно. He got separated from his sister during a really, really long journey. Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? Huh. Где-то же вроде я ее призвал, или нет? What exactly is it you need to fit? А персонажа. Так, таким играм, как бы я мягко сказать, еще не привык. Тут сейчас, наверное, будет. Ты еще до таких игр не дорос. Так. А у нас шмотки-то одинаковые. Да, я хоть посмотрю. Да, шмотки у нас одни и те же. Значит, пока вот это вот не будем сильно расходовать. Хиперинс или как там их. Есть парнишка высокого уровня. Мы побегаем им. Я вообще-то хотел до города, блин, добежать. Чувствую, до него добегу только через лет 300. Не, мне нравится с помощью магии собирать яблоки. Ты че, это просто сказка. Шедевр. Прям так и уникально. Растения, неплохо. Ладно, горцуем город. Потом тут уже будем обходить территорию. Сколько там времени-то уже? Да, давай горцаним город. Замаскируемся.
Да твою ж налево. Что ты наделал? Ты распугала меня всех голубей. Они вернутся. Как мой папа. Я понял, все. Вообще-то их убить хотел. Голубайчики. Я помню, как один из вас мне там на куртку нагадил. Не помню, года 2-3 назад. Только вот это вот я не могу собрать. Непонятно, правда, что. Здравствуйте, здравствуйте. А вы слышали о море одуванчиков? Это одуванчики? А, ну да. Это точно не одуванчики. Наверное, кое-какая другая травка растет. Раз говорящие лисята там бегают. Больше не могу их никому. Так. А вам-то что, вообще-то, ребенок мечтает о море одуванчиков. Есть оно или нет, это в принципе не важно. Главное, чтобы оно было для них. Ну или для него. А, стамина-то общая на всех, блин. Но хоть здоровье не общее, и то радует. Вообще, куда я побежал? Давай в город забежим. Это было бы довольно-таки интересно играть, если бы этот парень мог превращаться в девчонку. Это была бы довольно-таки забавная идея. Welcome to Mondstadt. Да-да-да-да. Вот и город. Так, торговцы есть. Добро пожаловать. Подсказать. Цветы купить. Так, 200, 200, 200. Ясненько. Ладно, народ, вот на этом я серию закончу. Давай немного тогда уж. Награды рынка приключений. Ну-ка, 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 ну-ка. Награды. А я еще какой-то ранг получаю приключений. Ух, елы-палы. Так, что за задание? А, нифига не задание. Пироги. Я вообще думаю, я с ней поторговать смогу. Вот уже задание дали мне, да? Я-то сбегаю, не проблема. Я только в город же забежал. Ой. А что так далеко-то бежать? Да недалеко вроде. Стамины просто нету, я все забываю. У нас парниша пока, мягко сказать, не совсем, блин, спортивный. Грибочков пособирал. Я, в принципе, вроде как на месте. Я не совсем понял, на каком я месте и что я здесь делаю.
Во, пометочка даже стоит. И убьем его, в чем проблема-то? These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. А, и тут дальше мне надо будет идти зачищать все. Ладно, народ, на этом, пожалуй, первую серию закончу. Точнее, вот эту первую серию. Первый взгляд, одновременно и первую серию. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал. Если есть еще игры, пишите. Постараюсь посмотреть в ближайшее время. Всем удачи, всем пока.